господа, что это? О, господи, это что, Джеб-убийца? О, черт, Супрем-пад, посмотрите, здесь же есть какие-то полосы. О, господи, Супрем-пад, это же Джеб-убийца, я все-таки снял с него маску. Че творим, бро, меня зовут Царки, он из Зибро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей Супрем-банде. Самые сильные банди на Ютубе, ведь перед временем Супрем-пада будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Супрем-банде. Самые сильные банди на Ютубе. Банда, это просто жесть. В одном из прошлых видео мы разрезали Джеба-убийцу. Да, банда, это реально было. Мы с него вытяжили какие-то странные кишки. Какую-то черную жидкость, которая просто самодвигалась на доске. Это просто жесть, Супрем-банда. После чего Джеба-убийца просто пропал. Но еще, банда, мы из него вытащили одну интересную вещь. Это вещь, банда, это флешка. Вы только посмотрите на это. Он ее проглотил, чтобы потом ее никто не нашел. И она подписана мам. Я не знаю, что может быть на этой флешке, но скорее всего там какое-то послание его маме. И это просто жесть, Супрем-банда. Мы достали послание Джеба-убийцы. Тайное послание мамы Джеба-убийцы. Это же реально жесть, банда. И также, банда, я пообещал, чтобы в этом видео посмотрим, что же на этой флешке. И еще, банда, мы опять призовем Джеба-убийцу и снимем с него маску. И посмотрим, какое же настоящее лицо Джеба-убийцы. Погнали, Супрем-банда! Окей, Супрем-банда, время пришло. Вот флешка, банда, это обычная флешка, которую проглотил Джеб-убийца, та же самая флешка. Настя, а что ты думаешь, что может быть на этой флешке? Не знаю, послание маме. Я тоже так думаю, тем более, что она даже подписана мам. Что ж, Супрем-банда, давай теперь подключим эту флешку и посмотрим, что там может быть. Окей, Супрем-банда, подключаем флешку к ноутбуку. О, загрузка пошла. Окей, Супрем-банда, пришло время смотреть, что же на этой флешке. Так, здесь какой-то видеофайл, в принципе, как я и думал. Какой-то видеофайл, окей, давайте его запустим. Это Джеб-убийца включает камеру. Окей, смотрим, что сейчас будет говорить. Привет, мам. Скорее всего, ты это видео смотришь, когда ты уже меня убила. О, господи, банда, кто бы мог подумать, это реально послание его маме. Это просто жесть, Супрем-банда. В виде Джеба-убийцы все-таки есть мама, только лишь догадки были о ней. Скорее всего, банда, что он сейчас расскажет ей о своих слабых местах. Или что-то типа того, как же мы можем уничтожить Джеба-убийцу. Потому что, как мы знаем, с вами Супрем-банда, Джеба-убийца просто бессмертный. Окей, смотрим, что он сейчас здесь скажет. Потому что я был твоим не самым любимым сыном. И лишь-то я же не младший брат. Это послание специально проглотил, чтобы его увидела только ты. После моей смерти. Как видишь, мам, я все еще ношу маску. Чтобы никто никогда не увидел мое настоящее лицо. Которое просто разорвано. Я знаю, я сам в этом виноват. Ведь я сам это делал, но мам. Ты ведь могла меня хоть немного любить. Окей, банда, что я вижу? Джеб-убийца говорит, что это мама во всем виновата, что это она виновата в том, какой он стал. Хотя он здесь признает свою ошибку, что это он сам сделал себе большую улыбку. Но тем не менее, банда, он винит свою маму. И говорит, что она больше любила его младшего брата. Как мы с вами знаем, банда, по истории крипипасты у него есть младший брат, которого получается, что больше любил его маму. Это просто жесть, Супрем, банда, мне прям не верится в это, что я сейчас услышал. Посмотрим, что же будет говорить дальше Джеб-убийца. Что ж, мам, если я тебя не убью, то ты меня убьешь. Ведь только ты можешь меня убить, ты знаешь мою слабость. Да? Серьезно? Я знаю, что ты сейчас думаешь, Даша. Какой же я плохой, что сейчас тебя хотел убить. Но меня убила ведь ты, а не я. О, да. Я чувствую, месть будет сладкой. Я вернусь, я тебе обещаю, я вернусь. Ты будешь видеть меня только в маске. А скорее всего, что ты уже сняла ее, чтобы увидеть, как же победит твой самый нелюбимый сыночек. Ладно? Что ж. Пришло время показать тебе лицо. Не знаю, ты готова это увидеть, но знай. В этом виновата только ты, никто другой. Я под впечатлением от всего этого, потому что скрываются самые страшные тайны. О, господи, посмотрим, что будет дальше. Я сам обжег себе рот, чтобы моя улыбка была больше. Я должен радоваться, я должен пугать своих жертв. Что ж, я снимаю. О, черт, Супрем-банда, он хочет снять маску! Не волосы у меня есть, я не лысый, как ты уже хотела подумать. Окей? О, господи, возможно... О, черт, остановись! Мы, возможно, прямо сейчас увидим настоящий лицо Джеба-убийцы! То есть нам даже, может быть, больше не придется его призывать, он сам откроет нам свою тайну! Давай, Джеб, показывай свое лицо! Я снимаю маску. Мне прям это не верится, Супрем-банда! Не знали, ты готова, мам? Но тебе конец, я вернусь, я уничтожу тебя! Ты единственный, кто увидит мое настоящее лицо. Черт, что это за помехи? Ай, куда делся Джеб? Алло, я хотел увидеть его лицо. О, черт, ну куда? Блин, банда, связь оборвалась. Даже закончилось видео на флешке, похоже, закончилась память на карте. То, что я сейчас увидел Супрем-банду, это просто жесть. И он реально хотел показать свое лицо своей маме. Она знает его слабых местах. Но все равно, банда, мы не узнали, как выглядит лицо Джеба-убийцы. Поэтому нам нужно его призвать самому. Тем не менее, банда, мы узнали, что же находится на этой тайной флешке, которую проглотил Джеб-убийца. Тем не менее, банда, скоро уже будет 3 часа ночи. Давайте будем призывать Джеба-убийцу, посмотрим, что он нам скажет. А точнее, попробуем снять его маску. Погнали, банда!
Ох, Суприпада, несмотря на то, чтобы выделить такое трогательное видео от Джеффа убийцы, это не означает, что он не остается кровожадным киллером, потому что он все же назовет при первой возможности. Ты мимо него, Бада, сегодня мы его призываем. Я просто знаю, что даже сегодня со мной видео снимает Настя. Всем привет. Ох, Бада, но сегодня реально необычное видео, поэтому, Бади, давай на это видео наберем 15 тысяч лайков. Ведь Суприпада, мы самая сильная Бада на ютубе. А значит, что правильно, у нас должно быть самое большое количество лайков. Ведь как так, Бади, ну самая сильная Бада на ютубе может быть самое меньшее количество лайков? Нет, Бади, именно поэтому опускайся. Не застал свой царский лайк. На часах уже 3 часа и 5 минут. Реально уже пришло время призывать Джеффа убийцу. Именно в это время по легендам говорится, что он приходит. 3 часа ночи. Погнали, Бада, пришло время реально призывать Джеффа убийцу. Только, Бада, сегодня не я буду его призывать, сегодня будет его призывать Настя. Потому что иначе, если я опять начну призывать Джеффа убийцу, он не будет уже меня пугать, несмотря на то, что находится под одеялом. Он просто меня сразу же бьет. Просто вот так вот, Суприпада. Он даже не будет спрашивать, кто там. Именно поэтому, Бада, сегодня его будет призывать Настя. На этот раз я уже буду прятаться там и смотреть, когда же он придет. О, черт, Бада, думаю, будет очень жестко. Видео. Ну что, Настя, ты готова? Да, я готова, давай уже вызывать. Окей, Настя, сейчас будет реально жестко. Тоже окей, Настя, тогда тебе лучше ложиться под одеяло, ты помнишь? 3 раза сказать Джефф убийца, Джефф убийца, Джефф, ты поняла? Окей, давай. И говори громче, как только можешь, говори громко. Окей, я забираю биту и иду прятаться. О, черт, это будет реально жестко, Суприпада. О, чё? Что вообще происходит? Куда делся свет? Это что, проделки Джеффа убийцы? Он же в прошлый раз то же самое делал, так же выключил свет. Господи, чего не вижу, Настя? Настя, где ты? Банда, я просто не слышу. Черт, что это, банда, нащупал фонарь? Так, я включаю его. 1, 2, 3. А, банда, что это? О, господи, это что, Джефф убийца? О, черт, банда. О, господи, это просто жесть. Вы это видели, Суприпада? Там был реальный Джефф убийца. Я только что снял Джефф убийцу, он все-таки пришел. Он все-таки клюнул на это. Ну, блин, банда. Я не слышал Настю, где она? Блин, нужно идти спасать Настю, банда. Черт. О, черт, Суприпада, у меня просто нету выбора. Нужно уже идти действовать, нужно откинуть свою панику и уже идти спасать Настю. А что, если он еще там? А что, если это Джефф убийца все еще там, банда? Окей. Я должен аккуратно выйти. Черт, почему я биту с собой не забрал? Эй, Джефф убийца, ты там? Черт, его нигде нету. Джефф убийца. Господи. Вот бита, банда, нужно ее забрать. Настя, блин, о, черт, здесь никого нету, банда. Где делась Настя? Джефф убийца просто забрал нас. Черт, Суприпада, это просто жесть, что вообще происходит? Где же делась Настя? Черт, Суприпада, вы это видите? Это же Настя. Господи, он ее связал. Это просто жесть. О, черт, банда, свет появился! Эй, Настя! Настя, ты меня слышишь или нет? Господи, что с ней? Джефф убийца вел ее в свой сон или что? О, господи! А! Настя, очнись! О, черт! Ты как, Настя? О, господи, Суприпада, это просто жесть! Посмотрите на Настю! Эй, ты жива или нет? О, господи, что с тобой делал Джефф убийца? Я вижу, он тебя связал, это просто жесть. Ой, прости. Джефф убийца схватил Настю, он ее связал. Это просто жесть, вы видели, как она висела? Это же реально было жестко, банда. А Джефф убийца все еще где-то здесь или уже ушел? Не знаю, вроде бы здесь. Черт, а если он все еще здесь, то у нас огромные проблемы. На часах еще только 3:31. Получается, все еще где-то здесь. А черт, Суприпада, я не знаю, что делать, серьезно. Где-то Джефф убийца в нашем доме, нам нужно его поймать. Блин, я реально без понятия, что делать. Нужно его пойти найти и сразу же вырубить. Черт, если пошли со мной, тогда будем его искать. Окей, Настя, не знаю, у меня вообще нету идей. Если вдруг Джефф убийца выскочит и начнет с ним драться, твоя задача его вырубить. Хорошо. Окей, я не знаю, на что это получится, но это единственный шанс. Окей, Суприпада, мне реально нету никаких идей, чтобы поймать Джефф убийцу, потому что я не знаю, какие ловушки могут на него работать. Блин, это же реально Джефф убийца, самый кровожадный киллер. Это просто жесть, банда. Я реально не знаю, Настя, что ты скажешь, это... Суприпада, где она? Она же была где-то сзади меня. Черт, Суприпада, что вообще происходит? Эй, Настя, господи, банда, где она? Черт, только что где-то здесь же была Настя, она шла сзади меня, и туда она вдруг пропала. Блин, банда, похоже, Джефф убийца опять украл Настю, что вообще происходит? Господи, Суприпада, я без понятия, что будет дальше. Подумай, только Суприпада, Джефф убийца снова украл Настю. Он явно к ней как-то неровно дышит, нужно ее теперь спасать, черт. Она была где-то там, я посмотрел, банда, на записи, она пропала где-то, когда стояла около банды, получается, она где-то здесь, банда. А, черт, Суприпада, это просто жесть. Господи, Настя, ты здесь? Я что-то слышу, Суприпада, там кто-то плачет, господи. Черт, Настя, ты здесь или что? О, господи. О, черт, Настя, что с тобой? Почему ты здесь лежишь? Господи, что с тобой случилось? Настя, ну уже, давай говори. Господи, с тобой все нормально. Вроде бы он тебя не трогал, Настя, что случилось? Ну скажи же хоть что-нибудь. О, господи, давай же быстрее. О, господи, что это видели, Суприпада? Он что, тебя порезал? Господи, это просто жесть, Суприпада, Джефф убийца напал на Настю. О, черт, банда, это просто жесть. Я отомщу ему за тебя, Настя, я обещаю. Он заплатит за это, точно. О, черт, банда, Джефф убийца, реально, что нужно отомстить, он уже слишком далеко сошел. Слишком много жертв от него одного. Черт, банда, вы это видите? Это что, парик Джефф убийцы? Посмотрите, банда. Это же реально волосы Джефф убийцы с его парика, который еще снимал на то видео. Нужно их забрать, банда. Господи, это реально волосы Джефф убийцы, кто бы мог подумать. Суприпада, он реально потерял свои волосы, когда прятал Настю. И еще интересно, что он подумал, что Настя, скорее всего, трубит
и спрятал ее в ванной, как это обычно происходит, чтобы все думали, что она сама это сделала. Это просто жесть, но прибыла. Тем не менее, у нас здесь парень, шефа убийцы. Посмотрим, что будет. О, господи, Настя! Чё, что с тобой? Давай. Серьезно? Ему. Ты хочешь ему отомстить? Да, мне теперь есть за что. О, черт, это просто жесть, как от твоя рана. Болит, очень болит. Ладно, тогда давай будем ловить Джеффа-убийцу вместе. О, черт, супрембанда, это видео просто жесть. Потому что даже Настя нашла себе силы прийти и отомстить Джеффа-убийце за то, что он здесь сделал. Окей, супрембанда, пришло время найти Джеффа-убийцу и отомстить ему. Со мной даже Настя хочет отомстить Джеффа-убийце. Тем не менее, то, что он нам сегодня сделал, то, что он сегодня сделал Настя, это просто жесть. Окей, бада, пойдемте вместе с вами. Сейчас будем искать Джеффа-убийцу. Посмотрим, что у нас с этого получится. Эй, Джеффа-убийца, мы тебя не боимся. Господи, Джефф-убийца, он все время стоял здесь или что? О, господи, банда, это просто жесть. Это же сам Джефф-убийца, только без парика, который мы нашли. Окей, Настя, на, держи камеру. Окей, Джефф-убийца, давай, начинай. Нападай на меня первый. Это просто жесть. О, господи. О, господи, быстрее нас иди сюда. О, черт, я здесь снимаю эта маска. Черт, супрембанда, посмотрите, здесь же есть какие-то волосы. О, господи, это просто жесть. О, господи, супрембанда, это же Джефф-убийца. Я все-таки снял с него маску. Вы посмотрите, это же лицо Джеффа-убийцы. Господи, супрембанда, это реально жестко. О, черт. О, господи, это что, Джефф-убийца? Это его настоящее лицо. Да, Настя, это реально ой. О, господи, супрембанда, подумай, только настоящий Джефф-убийца. Мы все-таки сняли с него маску. Я не знаю, что с ним дальше делать. Просто жесть, буду посмотреть на его лицо. О, господи, настоящий Джефф-убийца. И его легендарный разрезанный рот. Черт, что с ним дальше делать, панда? Я просто без понятия, не знаю, что делать. Эй, Джефф, ты живой? Эй. Черт, он что, мертвый? Да ну это невозможно, панда, он же бессмертный. Эй, Джефф-убийца, ну очнись. Вот маска Джеффа-убийцы, которая была в прошлых видео. А вот самое настоящее лицо Джеффа-убийцы. Он его прятал за маской. Это просто жесть, панда. О, господи, панда, нужно от него как-то избавиться. О, черт, нужно его потянуть за собой. Это просто жесть, насколько он ужасный монстр. Если я его сверну в ковер и просто вынесу на мусорку, я не знаю просто, что с ним делать. Настя, что ты скажешь? Давай его вообще тут оставим, пропадет, как и тот раз. Не знаю, Настя, а вдруг он здесь навсегда останется? Давай просто его замотаем в ковер и выбросим на мусорку. Пусть там уже где-то пропадает, чем здесь. Давай, хорошо. О, черт, это просто жесть, супрембанда, мне прям в это не верится. О, господи, банда, это просто жесть, посмотрите на это. Мы замотали Джеффа-убийца в ковер. Это просто жесть, здесь его лицо. О, господи, это просто жесть, банда, вот его ноги, мне прям в это все не верится. Он реально что ли откинулся или что, банда, это просто жесть. Черт, банда, я не знаю, нужно его быстрее вынести на мусорку, где же все получится, Настя. Как ты думаешь, нас никто не заметит? Потому что это реально уголовное дело, если нас вдруг заметят. О, черт, Джефф-убийца. Эй, Джефф-убийца, что? Куда он делся, банда? Он же был только что здесь. Вы же видели его, супрембанда, что происходит? Где делся Джефф-убийца, эй? Его же здесь больше нету. О, черт, банда, Джефф-убийца ушел, а значит будет нам мстить. Черт, супрембанда, пишите в комментариях, как вы думаете, что можно еще делать с Джеффом-убийцей. Окей, бро, посмотрите, здесь просто нигде нету Джеффа-убийца. Он же был где-то здесь. Черт, супрембанда, что вообще происходит? Тем не менее, бандит, вот комменты из прошлого видео. Господи, как они шикарные, просто идеальные комментарии. А просто, а что, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, то всего лишь тебе нужно это опуститься ниже, нажать на свой лайк, колокольчик и все, бро. Вот так вот, просто говорит ко мне в видео, лайк, колокол, комменти, все, бро, ты уже в следующем видео. Так что, бро, давай, как видишь, бандиты и супербанды попали, и ты сможешь. Эй, бро, знай, что помни раз и навсегда, оставайся такими шикарными, пока!